в связи с тем, что и население города Ульяновска было, так сказать, отрезано в денежном плане. В связи с этим мы этот тариф держали до декабря месяца, до конца года. А в декабре месяце, значит, было принято решение частично вернуться к утвержденному ранее тарифу. Значит, утвержденный тариф был у нас 23 рубля. Значит, в период с 25 по 27 число, значит, постепенно тариф будет увеличиваться до 2 рублей.